Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Кирилл, я рад вас приветствовать, спасибо, что заглянули, и сейчас будет видео, которое совершенно не должно было у меня появиться, но оно будет, и это распаковка Vidian London. И для тех, кто знает, что это за аромат, я думаю, вам будет это интересно, будет интересна моя реакция, хотя я знаю, о чем этот аромат, но это очень крутой подарок, и этот подарок подарили мне сегодня, я совершенно не планировал записывать никакое видео, но вот он, этот аромат, я постараюсь рассказывать сейчас без склеек, без особо сильного монтажа, вот он, Vidian London, красавчик, аромат, который, когда я услышал, я понял, что это тот аромат, который я себе хочу без каких-либо вообще, то есть, знаете, мне нравятся все запахи, мне нравится... Ну, не знаю, почти все. Что-то, допустим, я бы сам носил, что-то не носил. Но вот это мне понравилось настолько, что я сказал вау. И это просто прекраснейший аромат про кожу, но не про монотонную кожу, которая надоедает, которая одинаковая, которая, знаете, просто какая-то такая очень сильно возрастная, если это можно так называть. Это аромат про очень тонкую кожу, про ягоды, про фрукты. Это очень... Блин, хочу... Короче, раскрываем аромат. Это же произведение искусства. Это что-то невероятное. Это очень красиво. Это очень круто. Вы знаете, этот аромат, который однозначно на подарок. Я уже отсюда чувствую, как он пахнет. Не знаю, мне так, наверное, кажется. Посмотрите на оформление. Это безумно красиво. Это очень круто. Давайте откроем. Что ж, вот так выглядит флакон. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, все видать. Очень красивый вообще. Ну, давайте послушаем. Ой, ребят, это безумие. Это сладкая кожа с фруктами. Причем кожа такая ненавязчивая, которая остается в базе, которая подойдет... Обязательно подойдет под кожаную куртку. Но при этом, знаете, это такой аромат, который не когда ты полностью весь в черном, когда ты с бутылкой бурбона, когда ты... это не об этом. Это такое что-то более элегантное. Это, возможно, кожаная куртка, белая футболка и там, белые кеды. Я не знаю, это что-то невообразимое. Вам обязательно нужно послушать этот аромат. Но для меня это безумие во флаконе. Это номер один аромат для меня. На данный момент я не слышал запаха, который бы меня зацепил так сильно, который бы настолько был яркий, интересный, который можно... И вот знаете, многие говорят, что это аромат, который ситуационный, который нельзя носить везде, но я считаю, что для себя в тех образах, которые у меня, допустим, есть, на осень особенно, он подойдет почти везде. Да, возможно, его не стоит носить на работу в офис, возможно, это не настолько простой аромат, да, не стоит его наносить, когда вы идете в спортзал, или там на прием к врачу, ну, в какие-то такие места. Но если вы просто идете по улице, и от вас будет тянуться вот этот вот шлейф от этого аромата, от вас будет пахнуть так, это... Если бы в нашем городе люди были более отзывчивые, более, как это сказать... менее скованные и могли спокойно подойти и сделать комплимент человеку, я думаю, что это был бы тот самый аромат, который вот в шлейфе заставлял людей подойти и сказать, от вас очень вкусно пахнет, это очень красивый аромат, что за запах. Если вы вдруг когда-то слышали про этот аромат, обязательно, ну не тестили, обязательно зайдите и затестите его. Это очень красиво. Vidian London. Мой номер один.